Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, ребята, в принципе, сейчас мы, наверное, пойдем кого-то ловить каких-то новых покемонов. У нас 2 ультрабола, и сейчас мы еще, в принципе, сможем собрать тут сделать еще себе парочку, да? Ребят, по поводу текстур пака. Ребят, многие люди были за этот текстур пак, многие были за другой текстур пак, то есть, за другой, да. Но все же, ребята, я решил, что, в принципе, иногда мы будем играть с этим текстур паком, а иногда мы будем играть с другим текстур паком, потому что этот классный и вот тот классный. Поэтому, ребята, в принципе... Ладно, это как бы уже знаем, да, с каким текстурпаком мы будем играть, и вот это все. Сейчас, давайте-ка мы себе сделаем вот тут, наверное, все же еще один ряд красных априконов, потому что, в принципе, нужно, конечно же, чтобы черных было в 2 раза больше, чем желтых, так как, в принципе, черных нужно же как бы больше, да. Давайте сейчас мы вот тут сделаем. Какое тут вообще расстояние нужно, сейчас мы посмотрим. И вот так. Отлично, у нас желтые 4 штуки есть. И вот тут. Вот так. Отлично. Сейчас давайте-ка мы сделаем вот тут вот так. Нужно еще себе заборчик сделать, по идее. Да, еще немного нужно. Сколько нужно? Давайте сразу же. 1, 2, 3, 4. 4 заборчика нужно. Отлично, отлично. В принципе, зато у нас уже будут априконы расти, и мы будем знать, что мы себе сможем сделать вот эти, как их, покеболы, да. Ну что, давайте, сколько там нам нужно? 4, да, я говорил. Да, еще столько же. И вот так. Отлично. Сразу же пойдем это поставим. И у нас уже будут они расти. И, в принципе, будет уже отлично. 1, 2, 3, 4. Все. Готово. Это уже растет. Уже растет. Давайте сразу же мы так будем садить. Ты какой уровень? Тебя мы, в принципе, сможем убить, я так думаю. 17 уровень. Это не очень большой. Просто то, что ты что-то не попадаешь... а почему? Again. Только вот так, да? Ты вообще не хочешь попадать. Так, ребята, выкинула опять какой-то крит был. Ошибка какая-то. Фиг его знает, почему я собрал один вот этот и выкинула. Фиг его знает. Ну, в принципе, давайте посадим вот это. Отлично, давайте вот тут оставим немного так места, чтобы можно было вот так заходить, чтобы сразу не было вот тут на входе, да. И вот у нас, ребята, еще остался еще один ряд, офигеть. Ну вот желтых нам, конечно, осталось еще так нормально, но, в принципе, желтых и так не очень так всегда нужно, да, их и так всегда куча большая. О, сейчас, если так считать, мы еще себе смотрим, нам еще нужно один желтый, и, ребята... Мы себе сможем сделать еще два ультрабола. У нас косточки есть. Походу где-то есть, но вот тут их нету. Ладно, давайте-ка мы еще вот это соберем. Еще, да, вот, только вот этот ряд. О, отлично, ребят. Сейчас мы еще себе сможем два, да, прикольно сделать. Нужно еще достроить вот этот дом, потому что он, в принципе, не полностью готовый. Вот так. Отлично. О, Оди же где-то там... гуляет, слышно его. Ладно, ну чё ты там. Так, сейчас что нам нужно? Вот так. Отлично. И давайте-ка мы сразу же сделаем. А, оно сразу в инвентарь, точно. Я же и забыл. Нижние части тоже нам нужны. Так, и еще одну, да? Отлично. У нас нам еще нужно 2 камня, да?
Два камушка, и идем-ка мы, ребяточки, сделаем себе еще два ультрабола, и пойдем-ка мы, наверное, ловить. Пойдем-ка мы, ребят, наверное, ловить Марипа, да? Почему-то я хочу Марипа, не знаю почему. Так, еще один. Расти, априконы. Нам нужно сейчас просто, в принципе, много делать, да, ультраболов. Не будем мы делать другие болы, сразу же, наверное, будем делать ультра. Так, сейчас нам нужен Марип. А, я же забыл, у нас же нету... О, как раз Марип. У нас же нету... давайте сразу же можно... О, они в бою, да? У нас же нету... Вот этого покерадара, я это и забыл, ребята. 46 уровень, ни хрена себе. Убьем. Нет, отлично, сразу же можно ловить 4 ультрабола. Я думаю, Марипа там и словим 4 ультраболами. Один даун, many to go. Отлично, в принципе, первый, да, первого покемона мы словили, да, тут нету ачивок. Ну, в принципе, ачивки как бы сами, да. Вот так. Ты какой уровень? Нет, 30-й ты большой, 26-й ты тоже большой. Нужно прок... Так, это чё сейчас? Где? Вот тут. Ух, ни хрена себе, и как это тут все разбираться? Next Pokemon, вот. Ага, а G это... Отлично. Вот так, да? Так, сейчас давайте-ка мы... Этим мы никого не убьем. Или убьем Марипом? Нет, убьем. Убьем. Он уже сильный, в принципе. Такой нормальный, да? Так, отлично. Вот еще один Марип. Сразу же Марипа убьем. Вот этим ударом он что-то не сносит, а вот этим. Этим тоже нужно посмотреть. Вот этим дал... Ну, ладно, давайте-ка вот этим. Так. Ладно, давайте-ка Манферна. Отлично, редстон и вул. Ух, нужно идти поспать. Ни хрена не видно, где наш дом. Что-то мы далеко от него отошли. Вот что офигенно, ребят, что мне очень нравится, это то, что ресурсы, которые выпадают с покемонов, сразу же, когда собираешь априконы, когда делаешь части... Нет, где наш дом-то? А, вот. Когда делаешь части по ультраболов, и то они сразу тебе идут в инвентарь, то есть не нужно их поднимать, и это действительно очень прикольно. Давайте-ка мы еще сейчас покушаем. И нужно себе... Да ты ж... Чё-то я сделал. А, вот. Капут. Это, в принципе, классно, что не нужно поднимать. Но дом, я не знаю, дом такой, в принципе, не скажу, что очень офигенный получился, но такой... Нормальный. Неординарный, в принципе, просто. И как бы есть не просто один такой этаж. Хотя я, наверное, сделаю один такой этаж, чтобы не было вот этих нереальных всяких тут ступов, выступов, подъемов, спусков. Это не вот поднимаешься, спускаешься. Тут опять поднимаешься, тут нереально спускаешься. Наверное, просто сделать один такой дом, да и все, чтобы не подниматься вот так каждый раз, да и все. Давайте-ка мы сразу же поспим. Фу. Отлично. Так, сейчас. Манферна, Марип. Что я хотел сделать? Давайте-ка мы, может, немного железа поставим. Пускай оно будет, железо всегда нужно. Сейчас. Что у нас выросло? Тут немного хотя бы. Немного хотя бы. Да, вот, отлично. Тут. И вот тут. Так, все, больше нет. Ху, сейчас 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Еще 2 штуки нужно. Там уже вырос. Нет, показала, что выросло. Ну, в принципе, 2 штуки это такое. Ну, в принципе, нормальное количество. Так, вот тут 1, 2. Отлично. Давайте сразу же, ребят, подумаем, какого следующего покемона мы будем ловить. Я бы, я не знаю почему, но я бы имел желание словить Литвика.
Литвика или может... Может кого-то другого? Давай, давайте, давайте попробуем. Попробуем ословить. Ну, по идее, мы ему урон не должны наносить, да? Так как он такой покемон. Я только один ультрабол попробую. Если не словится, не будем мы на него тратить больше. Отлично, ребята. Еще такой звучок, знаете, когда ловишь... Итак, ребята, опять выкинула, опять какая-то ошибка, когда я собираю вот эти априконы, не знаю, почему-то выкидывает, не знаю почему, но, в принципе, у нас уже их хватает, вот, все, черных у нас уже все черные у нас есть. А по идее, нам же не три нужно вот этих, а только два. Один, два, три. Сейчас, один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут у нас ровно 10, да? И тут у нас тоже ровно 10, то есть 20. Сейчас сколько тут у нас? Тут у нас 30 минус 2. И тут у нас как бы 40 минус 2. То есть 40 минус 4, 36. А вот тут сколько у нас будет? Тут у нас будет 10 и 10. И тут у нас еще 10, то есть 30. А нам нужно не 30, а нам нужно 36, то есть нам нужно 15, 16, 17, 18, по идее. Нам нужно только 18? Да ну. 36, 15. Ну, да, нам нужно 18. 18 желтых. Если тут у нас будет сейчас... У нас есть желтые, да, одна штучка есть. То есть у нас тут 10 будет, и тут у нас будет 10. Нет, это уже намного больше будет. То есть эту... То есть, короче, вот это я... Не нужно было делать вот это. Точно, ребята, что-то я как-то запутался, если честно. Да ты ж... Не нужно было делать... Вот это, нам бы хватило вот того, да и все. Потому что так всегда, ребята, намного больше будет... Намного больше всегда будет желтых, а это как бы не нужно, да? Давайте сразу же вот тут так сделаем. Вот так. Сейчас мы сразу же соберем 1, 2. И давайте сразу мы вот так поставим. И тут у нас как раз, тут у нас если будет 10, и тут 10, то есть 20, минус 1, минус 1, как раз 18 будет. Отлично, ребята. Сразу же мы опять собираем черные. Сколько их тут уже? Черные вообще просто нереально растут быстро. Ну, в принципе, не только черные, все быстро растут. Отлично, ребята, мы себе уже можем, если честно, делать очень много покемонов, ловить очень много покемонов, делать очень много покемонов. Так, сейчас, кого бы нам словить, куда бы нам пойти? Я просто не знаю, что тут у нас вообще, где что есть, какие биомы. Кроме вот этих лесов, я тут, если честно, нифига не видел. Вот что я хотел поставить вот тут точку, чтобы сюда можно было тпхаться, чтобы каждый раз не бегать. Поставим куда-то вот сюда. Так, где это обставится? Хаус. Да ты чё ты... Так, waypoint. Отлично. И я так думаю, ребята, может нам уже начать строить... не строить, а делать вот этих... НПС, так как, в принципе, действительно, ребят, тут покерадара нету, а по-другому, в принципе, мы почти что тех же покемонов-боссов и находить-то и не будем, потому что, если честно, это действительно очень трудно их находить, как с покерадаром просто нереальное количество их находишь, да, ну, когда покерадар, то просто один там, один там, один там, пошли туда, того убили, пошли туда, того убили, просто нереально их много. А вот когда покерадара нету, чтобы найти одного покемона-босса, это, конечно, не очень так легко, да? Давайте попробуем этого убить.
В принципе, я думаю, что убьем мы его, да? Конечно. Но он тоже нифига себе такой сильный. Так, еще тут Глум. Ух, 40-й уровень, ты что, вообще сдурел? Глум, нет, на Глума мы не пойдем, а вот да ну, 39 уровень. Нет, не нужно, вот тебя мы можем убить, тут. Так, тут еще Пиджи есть, отлично, где он? Так, Пиджи. Сейчас так нужно качаться, у нас же нету экспешера. Да нападай ты, чё ты, вот, отлично. И Манферно. И вот. Да опять ты вот это глючишь. А почему оно так показывает? Почему оно так глючит? Фиг его знает. Ошибка какая-то, может. Ну, баг какой-то. Так, Magikarp. Давайте Флаффи немного на Magikarp'ах прокачаем, как раз отлично. Электрический. С одного удара будет убивать. Так. А, еще. Главное, чтобы на какого-то Голдина там 30 уровня не накинуть. И по идее там сейчас должно куча рыбы быть. Или она что-то не выпадает уже из Magikarp. Или может выпадает, но сейчас не всегда. Она же в инвентарь должна сразу, да? А, ну как бы не всегда она выпадает, понятно. Так, давайте сразу же полечим. Ой, ху-ху. Хомхил. Что я хотел написать, я не знаю, ребята. Охренеть, вот этот сейчас нас убьет. Или нет? Да, убил. Так, и вот давай-ка ты вот сейчас, что ты сейчас скажешь. А, 15 уровень, это фигня, я думал намного больше. Так, это что-то... Нужно Литвика прокачивать. Так, ладно, Манферно, давай-ка ты. Отлично. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Кто тут у нас еще есть? Мяу, 23 уровень. Вот тебя я тоже думаю, мы сможем убить. Я так думаю. Если вот, например... Охренеть, то есть мы по нему даже еще и не попадаем толком. Вот, отлично. Так, Голнагет. Покехил. Давайте-ка мы... Эррор. Инвентарь Твикс. Так. А он какой... А, этот 17-й. Так, этого мы убьем. Да, конечно же, убьем. Голднагет. Ребята, давайте вот сейчас, как вы думаете, что вы скажете? Так как сейчас у нас нету покерадара, не так уж и легко искать вот этих всех покемонов. Давайте, если вы хотите... Динамик Лайт Стугл, Биг Блок, нет. Чё на R стоит-то? Почему оно выкидывает эту ошибку? Тут стоит еще что-то на R. Сейчас-ка я посмотрю. Момент. Нет. Да нифига тут на R не стоит. Вот только что это. Хрен его знает почему. Как вообще-то... Ладно. Что-то оно там... Так, ладно, что-то оно залагало, фиг его знает. Ребята, так, по поводу... О, Зоруарк! Ну, нужно бы было лучше, если бы Зори было. Не будем мы его ловить. А-то ты ж твою ж... В принципе, мы ему тоже такой... Ни хрена себе Да мы бы его убили запросто. Охренеть, 4000 жизней. Жизней. Опыта. Офигеть.
Нужно было бы на Литвика, ну ладно. Ребята, что вы думаете, если мы сделаем НПС, но только не НПС, как бы с продажей алмазов? Хотя с алмазами тоже можно. С продажей всех ресурсов. То есть, например, выпадает там из сферова, да, вот, перья. Будем мы продавать перья. Из мяута выпадает Gold Nugget, будем мы продавать Gold Nugget. Вот, Redstone выпадает там с кого? С электрода, или с кого мы это выбили? Силикида, да, будем продавать Redstone. Что тут еще у нас выпадает? Вот, Raw Chicken выпадает у нас тоже фирово иногда. Будем и это продавать. Как вы думаете, ребята? Я, в принципе, думаю, что действительно будет офигенно, так как будет у нас тоже система продажи, да? То есть мы сможем это все продавать. Так, ладно, это, походу, против этого мы... Хотя, если он сейчас нас не убьет... Отлично, офигеть. Так, Литвик... 18 уровень, Флаффи 23, Манферна 25. Отлично, ребята, давайте-ка мы сразу же пойдем, поспим. Я так думаю, нужно потом будет еще сбегать в шахту, или без съемки может сбегать, чтобы добыть себе хотя бы один алмаз, чтобы уже не использовать команду, а чтобы хилиться как бы с помощью хилки, да. Ну, в принципе, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.